мальчик хватает Радамиру искать Еву. Вон сейчас будут разборки пацанов за Еву. Не знаю, почему ты падаешь. Давай еще. Наша Ксюша уже развлекается. Вообще очень клево. Мне просто сейчас уже жарко, с детьми набегалась. И прыгать не хочется. Но на самом деле тут очень клево прыгать. Классно развлекаться. Всем рекомендую. Все. Мама тоже утратила. Вот так. Ой, ой, сейчас как свалимся. О, тут побольше. Так, теперь возвращаемся к Радомиру. Будешь со мной прыгать? За тобой бежать? О. Давай, попрыгай тут. А я хочу тоже. Вот, вот так у нас и мамы, и дети все прыгают. Вот такой вот у нас центр. Вот Ева уже устала, мама еще нет. И мама устала, все. Так, Радомир пошел лазить. Идем туда. Скалолаз. Оп. Ева полезла. Радомир, хопа! Ой, нет, так далеко не надо, Радомир. Нет, Ева, Радомир, нет, нет, нет. Нет, нет, разбрасывать не надо. Вы вот тут вот можете. Оп. Ой, как тут мягко, как тут классно сидеть. Если бы еще дети над головой не прыгали. Ну что-то их мало, куда-то делась часть. Тут было несколько слоев, а сейчас только один слой неполный. Все, тут уже и другие дети понабежали. К нашим веселым гип-гип. Вот так вот. Страшно за ноги. Опа, вон Радомир с Евой смотрят, как другие веселятся. Как дела у тебя? Хорошо?